В Улан-Удэ прошла зарядка с чемпионками. В рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин, который пройдет с 18 по 25 марта, впервые в истории бурятского спорта в ТРЦ «Пионер» прошла массовая тренировка. Ее провели спортсменки сборной Бурятии по боксу. Как пишет номер один, девушки показали основные элементы в этом виде спорта. Прямые и боковые удары, удары снизу. Также они продемонстрировали защитные действия, уклоны, нырки и выпады. Всем участникам и даже просто зрителям подобное мероприятие пришлось по душе. Мне очень понравилось, как танцевали девушки-боксеры.